Друзья, приветствую! Дмитрий из Астрахани прислал образцы масла Lukoil Genesis Armartec дизель 530, значит это C23 масло, среднезольное, две баночки, описание автомобиля, это Toyota Land Cruiser 200, 4,5 битурбо дизель с пробегом 124 тысячи километров, чип EGR отключен, так, и вот здесь очень интересная упаковочная бумага. Так, две баночки, свежая отработка. А, образец данного масла есть. А, сейчас проверю, сравню с эталоном масла от Дмитрия. Посмотрим на показатели. Может быть, какая-то информация будет об этом. Все-таки время такое. Сами, сами знаете. Меняют рецептуру, значит, оптимизируют процессы. Так что давайте давайте посмотрим. Так, закладываю пару капель свежего. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. Если будет какое-то отличие, я думаю, что я обновлю на всякий случай спектр. Ну, как бы мне не сложно, а я думаю, данные будут более корректные. Так, смотрите: 95% противоизносных присадок да, очень похоже. 0% по гликолю. Нитрование похоже, Окисление, сажа. Все-все очень похоже. Так, кислотное. В эталоне было 1,56, здесь 1,44. И, значит, щелочное 8,7 было в эталоне, здесь 8,3. Чуть пожиже и кислотное, и щелочное как-то, и, да и противоизноски чуть-чуть-чуть. Поэтому я на всякий случай, да, обновлю спектр. Вот, и сохраню уже обновленный. Чтобы, ну, и данные будут более корректные по результатам. Хотя здесь есть небольшая ошибка, сейчас попозже о ней расскажу. Так, как я сказал, уже это... 200 круизер 2013 -го года битурбодизель 1 вд ftv значит игор отключен чип 300 сил объем масляной системы почти 11 литров полный объем 9,8 8 сервисный замены маслом 124 тысячи общий пробег значит 161 моточас при средней скорости 22 км в час пробег на масле так, все, давайте посмотрим, что показывает отработка. 82% по противоизносным присадкам отличный показатель. Гликоля 0. Нитрование тоже минимальное изменение. Ой-ой-ой, посмотрите, какая сажа низкая. Просто исключительно работает э, топливная система. процента для дизеля на 160 моточасах. Шикарный результат. Хотя здесь я подумал, что все-таки большую игру роль играет объем масляной системы. То есть в этом, в этом объеме а, сажа больше распределяется. Так, а, кислотная 1,99, 45 изменения и небольшая просадочка по щелочному. Ну, все вообще супер. Кстати, воды даже меньше, чем в свежем. Вообще супер. Возможно, это турбины помогают выпаривать. Ну, вообще вопросов никаких нет. И мне кажется по анализу, что владелец очень спокойно ездит. но ну, просто исключительные показатели. Так, сейчас покажу вам значит, сравнение вязкости. 22 км в час это городская езда. Чисто такая городская езда. Хотя, может быть, в Астрахани там отличается от Москвы, от Питера, от крупных городов. Но я думаю, что все-таки городская. Должно быть разжижение. Ага, никакого разжижения не видим, масло просто стоит. Минимальное загущение, 3% из 100 загущения, это отключенный ЕГР. Классическая картина для отключенного ЕГР. Ну и вот как бы все вопросы к загустителю полимерному, это все от лукавого. Здесь вообще никаких вопросов нет. Мощный мотор с высоким крутящим моментом, но тем не менее масло стоит как вкопанное. Да, не забывайте отметить видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и прогноз ресурса. Посмотрите, что у меня получилось. 14300 километров по моющим нейтрализующим свойствам, 650 моточасов, хотя это, ну, эти цифры э, немного завышены, потому что я не, не учел. Из-за того, что эталон был уже у меня создан, надо было его подкорректировать под э, разницу ГОСТов. То есть э, здесь щелочное должно было быть 7. Соответственно, и ресурс был бы поменьше. Ну там я думаю, что 550, может 500 моточасов. По нитрованию, посмотрите, вопросов вообще никаких нет. Видно, что спокойные езда, минимальные обороты по вязкости тоже вообще никаких. Ну просто ну, все супер. Все супер. Здесь к, к мотору вообще никаких претензий. Хоть 124 тысячи, но, на мой взгляд, исключительно, исключительно хорошо работает как новый, я бы сказал. Особенно вот меня поразила сажа. Я, честно говоря, не помню такой сажи ни, ни у одного дизеля. сотых процентов это вообще минимум, минимум. Вот. да и битурбо, но противоизносных присадок 82% тоже в минимальное отклонение. Шикарно, шикарно, что тут, тут, сказать. Да, по вот, я уже сказал по повязкости, что все-таки щелочное должно для корректности быть отражено 7. Значит, я 8, я при обновлении спектра выставлял данные, и у меня получилось 8,5, щелочную намерил при обновлении спектра, и 1,44. Вот, ну, вы видели уже в эталоне. Как бы вопросов к Лукойлу нет, вообще никаких. Шикарно отработала, отличный ресурс. Ну, в первую очередь, это, конечно, заслуга, значит, мотора, состояние мотора, условия эксплуатации. Я думаю, что это ну, 99% даю, что очень спокойная езда, без каких-то там стартов, подрывов, потому что это влияет. Обороты напрямую влияют на образование оксидов азота, окисление азотом. Азота, как вы знаете, более 70% в воздухе, то есть окисление азотов наиболее сильно влияет, даже сильнее, чем кислород, хотя кислород более такой агрессивный. Вот, но больший объем, влияет, и чем выше обороты, тем больше образуется оксидов азота, это нитрование, и это напрямую влияет на ресурс масла. Здесь с этим никаких вопросов нет. Лукол, хоть в последнее время и стал достаточно дорогой, я посмотрел, значит, когда монтировал ролик, примерно 1000 рублей литр. Это дорого, но тем не менее отрабатывает, я думаю, каждую копейку, вложенную в себя. Вот как альтернатива имеет смысл рассматривать значит, владельцам подобных автомобилей. А так, что могу сказать? Благодарю Дмитрия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.